Любовь нельзя предать, любовь нельзя продать, любовь нельзя купить, нельзя заставить полюбить. Всевышний людям дал любовь, как Божью благодать, чтобы возлюбить они могли того, кто с сердцем и душой по жизни близкий и родной. И кто тебя не бросит, не предаст, кто жизнь свою, не думая, отдаст, с кем можно жизнь счастливую создать. Нет, настоящую любовь предать нельзя. Такого в жизни быть не может. А если это происходит, то это не любовь, не Божья благодать, а просто временная страсть. Любовь есть музыка души с ее минором и мажором. Дана для счастья на земле, для разговора с Богом.